Рынок автозапчастей очень обширен, но его фактически можно разделить на три категории. Это оригинальные запчасти от завода-изготовителя, дубликат произведен заводом, партнером автоконцерна и поддельный. Так как же отличить оригинальную запчасть от неоригинала и подделок? Это в первую очередь, то есть ценовая политика. Как обычно, контрафактные изделия стоят очень-очень дешево. Вторая – это на товар нету никаких лицензий, сертификатов, то есть и нету тары изготовления. И, конечно, соответственно, нету печатей. Всегда потребитель, в первую очередь, при любой покупке товара имеет право запрашивать лицензию, сертификацию на этот товар. Откуда он произведен, кто является официальным дистрибьютором и кто продает. Если нету таких сертификатов, значит, нужно обращаться в соответственные органы. Оригинал всегда продается в упаковке. На ней должен быть стикер со штрих-кодом, надписью завода-изготовителя, а чуть ниже – страна-изготовитель. У каждой оригинальной детали есть свой код – 10- или 12-значное число. Этот код всегда будет напечатан на стикере оригинальной упаковки. На металлическом корпусе детали выдавлен бренд компании, или же он написан краской. И они, как правило, продаются в дилерских центрах. Именно в этих дилерских центрах мы можем купить оригинальные автозапчасти. Вот почему? Потому что их жестко контролирует именно верх штаб-квартира, да, то есть, которая находится там в Америке, Европе, либо в Японии, да, то есть, они жестко контролируются. И они берут непосредственно запчасти самого концерна-производителя. К примеру, тормозные колодки на рынке стоят от 1000 до 10 тысяч тенге в зависимости от марки автомобиля. На такую же машину колодки из специализированного магазина будут достигать $250 за комплект. Покупая необходимые детали на авторынках, будьте уверены, что в большинстве случаев вам продадут дубликат либо китайскую подделку. Это много датчики, диски китайские, говорят, оригинальные привозят китайские. Все есть китайское. Ну, обманывают, да, продавцы бывают, не исключено. Но это все совесть снова же продавца. В любом случае, покупать оригинальные или неоригинальные запчасти зависит от вас. Тут все зависит от соотношения цена-качество. Дубликаты, конечно, дешевле по цене, но их срок службы меньше, чем у оригинала.